Вот эту. Давай. На тебе стамесочку. Вот это. Нет. Это? Ага. Она прям... Ой-ой-ой. Кусает? Нет, жало оставила. Ну что теперь делать? Давай, вытаскивай. Быстрее все. Вытащил. Ну что, там раствор? Или мед? Мед. Это уже течет. А? Течет прям. Ну течет, значит, жидкий. Да, этот пока тоже не будем менять. Оставляем. Оставляем? Ну, мы сейчас с тобой вот тут с краю надо будет. Кладу убить. Обратно? Вытаскивать. Подожди, я думаю, в дымарь доложу, а то совсем у нас потухнет. Так, дай посмотрю. Дай посмотрю. Да, но она легенькая совсем. Легенькая. Но так больно. Просто стряхнула. Так у меня уже жал, видишь, сколько? Ну и что? Она же не у тебя, не в перчатках. Ну да. Поэтому нет, это здесь оставим. Это пусть тут у них стоит. Забирайте. Да. Весело, правда? Вообще классно. И после этого сказать, чего ты боишься, Леша? Абсолютно. Абсолютно. А тут даже почему-то какие-то рамки очень, эти, как она, соты очень большие, крупные. Ну тоже здесь меда. А здесь они уже печатные делают, видишь? Приносят и печатают. А вот тут? Что, что еще доставать? Тяжеловатенько пошло. Леша, мед, тут мед. Чечет. Это что, забираем? Сейчас посмотрим. Ласплода, если нету, ну, у нас пергой. Давай им оставим ее. Ты можешь ее подержать, а я дальше проверю быстро. Могу. Прям бегом проверю. Держи. Держу, держу, вот, держу, вот держу, 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 держу. Точно? Да. Вот это. Давай вот эту заберем, если хочешь. Хотя она не полная. Не полная. Ну, мне хватит уже. Сейчас, подожди, Леша, мы вот этот провернем. Я думаю, что край... мы ее в край вот эту поставим сейчас. Но им надо все равно пустых поставить. Мед течет. Так, давай вот эту. Вот эта тоже хорошая. Какая красота. Эту ставлю. Какая красота. Сейчас я посмотрю, что в последней еще. Может, вот эту, наверное, заберем. Или вот эту. Оно тебе тяжелое или нет? Ну, такая. Килограмм 4 есть, наверное. Так, вот это. Я бы вот эту забрала. Старая рамка. Она как-то им... Эту ставлю. Оно здесь и не должно быть. Давай вот эту заберем. А эту ставлю. А эту ставь. А оттуда достать надо еще одну новую. Эту ставь и передвигай к краю. Чтобы она в край была. А вот эту мы сейчас заберем. Хотя она тут не совсем такая же. Передвигай к концу. Прям к концу? Угу. А они там будут где ходить? Будет. Передвигай еще ближе.
Отлично. Сейчас вот с этой вот будем с тобой снимать и ее заберу. Да. Все. Дымарь дует. Ну хорошо, сейчас, Леш, сейчас вот сюда надо новую будет поставить рамочку. Вот сюда новую воткнем. Новую. А эту давай сдымим. Сдавай. Эту мы заберем с тобой. Вот эту. Этой тиши? Да. Мне тоже так подумаешь. Я что, другой метод? Я же не человек. Может, лучше так постряхиваем? Я стряхиваю. Нет, так не надо. Так сыто. Сотрясение мозга будет, я понял. Да ты вот мед вытряхиваешь. Он же не запечатанный. Это... А, ну ты же научила меня, я так и делаю. Это если это запечатанный, иди быстрее. О, мама, блин, она у меня на пальце. Леша. Палец потеряли. Потеряли палец. Эти перчатки не прокусываются. Отлично, но перчатки не прокусываются, но на ногах у меня перчаток нету. Ну, ты потому что мед на ногу капаешь, иди, убегай отсюда, у тебя на левой ноге. Да, значит, ну я знаю. Все, давай эту рамку. Чистую, новую. Ладно. Иди водичку сниму. Да ладно, мне не жалко ногу. Леш, сейчас вот вид. Зря стряхивали. Так я же говорю, ставь. Ты же говоришь, а ты доставай рамку. Вот это вставай. Достал. Все, быстро ставлю. Раз, давай. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Давай. Теперь я дымлю. Они все прячутся. Ой. Упала. А что тебе? Да было? Я придавил там. Ну уже все, поздно. Ты хочешь еще одну придавить? Ну да. Так, теперь я дымлю, и ты мне вот этот магазин ставишь на место. Хорошо. Ох, меня в спину, похоже, укусили. Не было никого. Это, наверное, иголки от этого. Ёлки-иголки. Леш, чего-то они хотят, они же чем-то недовольны. Леш, а чего они недовольны? Кто? Пчелы. Пчелы? Какие-то неправильные пчелы. Нет, они правильные. Потому что мы неправильные. Короче. Посмотри, мы не продавили, она еще живая. Уходите. Давай ты будешь дымить. Давай. На, дыми, а я тут поставлю магазин на место. Ну, ставь крышку. Давай, чтобы мне поставить. Все, Леша, давай ставлю. Ой, смотрите, кто не вышел. Муравьишку придавила. Что ж мы теперь будем делать с муравьишком? Не придавила. Выжил? Да. Но сейчас от дыма он уже все. Леша, сейчас я все поставлю, подожди. Не уходи от меня, пожалуйста, не бросай меня. Вот ты видишь? Тебя укусили в ногу? Нет, не знаю. А вот... А? Веру они уже съели. А Вера не